Мы сегодня приехали на остров, я его называю Гидра. Здравствуйте. Парни, сегодня вас ждет очередное испытание. Я бы хотела, чтобы вы вспомнили все то, что вы знаете о Алине. И это вам поможет достичь желаемого результата. Перед вами 7 нитей разных цветов. Ваш путь – это лабиринт улочек острова. Вам необходимо просто смотать нитку в клубок. Только один клубок приведет кого-нибудь из вас к Алине. Мені дуже цікаво все, що буде проходити. Стосовно того, де Аліна, думаю, що вона десь поблизу, і вона спостерігає за нами. Ви зараз двинетесь по вулицям, і кожен піде по своїй ніті. На вашому пути ви зустрінете таблички з питаннями об Аліні. І кожен з вас має відповісти на питання. Вопросы основываются на той информации, которую вы уже получали ранее. В некоторых местах нити расходятся в две разные стороны. Пойти вправо, влево, но никогда не назад. Если же участник выбирает неверный ответ, то он попадает в тупик. К Алине из вас доберется лишь тот герой, который первым правильно ответил на все ее вопросы о ней. У каждого из вас есть абсолютно равные шансы прийти первым к Алине. Какие-то подсказки, по которым мы будем искать Алину, как пираты, как флибустьеры. И когда встретимся с ней, она подойдет ко мне и скажет: «Сережа, как я скучала по тебе». Тот герой, который окажется на финише, получит в конечном итоге поцелуй. В щечку, в губы. А как вы будете целоваться, это на ваше усмотрение. Ага. Тот, с кем она поцелуется, пойдет с ней на свидание. Придется побеждать. После каждого свидания ребята делятся с друг другом какой-то информацией, рассказывают обо мне то, что они узнали за этот промежуток времени. Но кто быстрее... Не знаю. Мне будет интересен финал. Поехали. Клубочек мой, клубочек, приведи мне Кариночки. Ты что, японская ловушка? Это вообще реально? Да никогда в жизни я не занимался ничем подобным, только бабушке надо помогал сворачивать эти штуки. Не понимаю, как она вообще тут тоже возможно. Что-нибудь. Я очень хочу увидеть Алину, но вижу, что, видимо, не в этот раз. Я так хотел победить. Черт, я так хотел. Но вместо этого, блин, ребята, вот что мы имеем. Клубочек все в форме сердца. Алинка, давай закончим это шоу и уедем отсюда куда-нибудь в другое место. Так больно смотреть на все, что происходит вокруг. Мне очень неприятно, когда я вижу много мужчин, которые хотят тебя всячески и трогают тебя. Мне приходится смотреть на это, закрывать глаза. Это очень-очень-очень неприятно, очень больно. И на самом деле, если бы эти парни любили бы тебя, вместо этого я вижу просто лицемерие. Для кого-то это игра, для кого-то это по-настоящему чувство, для кого-то это... По-моему, это любовь. О. Алина любит лимон, текила пьет со слаймом. Все, финиш. Вообще-то я не люблю крепкие напитки, но предпочту виски. Какая улюблена ягода Алины? Арбуз, шелковица. Занадто примітивно, якщо гарбуз буде улюбленою ягодою Аліни. Тому шовковиця, а нитка закінчується. Я програв. Я дуже люблю арбузи. Ми підемо от вашими шляхами, бо на ваших шляхах в тебе менше конкурентів. Закінчилося. Все. Опа-на! От ми і приїхали, так? Да? Ну і? Ну і що? Thank you.
что за фигня вообще? Столб надо вытянуть. Где-то что-то я пропустил. Может, какие-то знаки были, может, какой-то ориентир был, да, там. Может, где-то надпись была «Алина». Пизда, блядь. Сука, ненавижу эту хуйню, честно. Просто нету слов. Просто нету слов. Поебала, блядь. Вот это гвоздики еще есть, вот эти дебильные, блядь. Кубик Рубик. Вот эти карточные игры, вот эта вся движуха. Типа ты красавчик. Вот именно если ты сделал, то ты все, ты типа молодец, ты выиграл. В последнее время не везет, какой-то не фарт. Я не вижу, что тут надо было включить именно реально логику. Логики не видел. Я расстроен, елки-палки, так хотелось подарить ей цветы. Не знаю, как там у ребят, но наверняка кому-то сегодня повезет. Я встретил женщину, которая шла такая счастливая, улыбалась, с цветами, причем очень красивый букет, и начала что-то мне говорить. Flowers. Flowers? Хотя я английского вообще особо не знаю. I have, buy. You want to buy them? Yeah. Я говорю, очень красиво у вас цветы, а кто ты такой? I'm hero. What's hero? Hero? Hero. Hero. Hero, heroic. Oh, yes, yes, hero, yes, yes, hero. Okay. Она потом поняла, что я герой, я говорю, я герой-любовник. Похож она, да, смеется. Это Христо. Бай-бай. Так. Я прихожу и смотрю, что нить раздваивается, одна влево, другая вправо идет. Налево, направо. Тянет вверх. Я решил, естественно, идти вверх. То есть для меня это продолжение, это куда-то выше, выше, выше подниматься, не скатываться вниз. Гречанка, киприотка. Гречанка, конечно же, гречанка. Иду я, значит, мотаю, наматываю виточек за виточком, виточек за виточком. И тут вдруг голос откуда-то свыше. Быстрее, быстрее, парень. Тебе надо победить. Ну, я, конечно же, услышал этот голос и понеслась. Столько эмоций, столько пота, столько крови. И буквально через 10 метров оказалось, что нить заводит такую как маленькую террасу, и там сидит. Кручу я нитку, кручу. Хочу. Алинку хочу. Эй, привет. В конце я увидел Алину. Победа. Что, еще никто не пришел? Ну, вон там кто-то виднеется с той стороны. Я обрадовалась, что Герус пришел и спас меня. Она как будто бы знала, что я буду победителем. Она знала, что у меня моторика рук классная, что нитки и я, я родился вообще с ниткой. Мы с ниткой. Вот. Поздравляю. Алина, шлеп остальные. Сидит Марина. Я так удивился сначала. Марина с Алиной похожи бывают, они так одеваются. Я так смотрю, да, Марина в очках, в красивом платье. Сидит и ждет. Привет. Может быть, все-таки на этом проекте кто-то еще сможет построить свою любовь. А что ты тут делаешь? Я сижу. Было странно. Вчера мы 3 раза его выбирали в игру, а сегодня он пришел ко мне. Ждешь? Да. Кого? Участника, который сбился с пути. А чего же он сбился? Он выбрал путь? Выбрал путь? По нитке.
мне было приятно это слышать. Наверное, он знал, куда шел. Или его что-то вело. Я знаю, что должен быть поцелуй. Щеку. Щеку? Да. Это во вчерашней игре было в щеку. Это во вчерашней игре у тебя. Фотки твоего пути. Это был приятный сюрприз. Поэтому я заработал твой поцелуй. Так и тебе добрался. Тогда еще принес тебе вот такой красивый Спасибо букет. Большое. Я бы хотела, чтобы была и Алина, а потом еще и Марина. Это бы здорово. Я понимаю, тебе, наверное, не сильно приятно было со мной сейчас целоваться. Ну, запыхался. Я немножко хотел по-другому. В губы, конечно же. Конечно, в губы. Я хотел, чтобы именно так. Тихо! Вот, но произошло просто. Все. Я выиграл. Блин. Это же так круто, я выиграл. Бежим отсюда, пока не идем. Давай. Видишь, я привязана все, к тебе нитями. Я сидела, ждала, мне было скучно. Он наконец-то пришел, я хотела прогуляться. Рома поддержал. Рука. Держись. Крепко держись. А я сегодня почувствовал, когда мы плыли на лодке, что я здесь жил в прошлой жизни. Да. Да, что это мое место. Женщина или мужчина? Женщина, конечно. Женщина. Конечно. Конечно, женщина. Я был морской корсаркой. Вот его мне хочется слушать, потому что иногда я теряю вот эту грань, где он говорит, действительно рассказывает историю, а где он начинает шутить, я иногда теряюсь. Конечно, мне будет весело 100% сегодня. Corner of first and I'm a star Where the west Смотри! Начинается! Where were you? Очень-очень. Уже хорошо. Ходили по городу, нашли какую-то красивую смотровую площадочку. Шел-то шел. Шел к Алине, пришел ко мне. Какие мысли по этому поводу? Как и Снежана и сказала, что будет сюрприз. Да. Поэтому я и получил сюрприз. Увидеть тебя. Я рад, что там сидела Марина. Думаешь, будет дождь? Знаешь, я была бы не против, если бы был дождь. Я бы даже погуляла под дождем. Побегала. Да, здесь можно. Скажи. Дельтаплана. Скажи, прям тоже так захотелось, подумал. Надеюсь, он не расстроился, что пришел ко мне. Я думаю, что сегодня вечером я попытаюсь зайти немножечко дальше. И еще немножечко дальше. А там еще можно немножечко дальше. Как четко подходит ниточка к твоим сережкам. Это бирюза, кстати. Я не знаю. Да-да-да, бирюза. У нас по камням. Я из славного города Одессы. Меня зовут Сергей. Я ювелир. Я верю в любовь с первого взгляда, потому что в этой жизни у меня уже это уже было. Я хочу стать победителем. Я им буду. А девушка просто будет счастлива со мной. Вот и все. Твои глаза похожи на хризопрас. Я читал. Человек, если носит этот камень, его никто не может обмануть. Ты носишь хризопразы у себя в глазах, поэтому тебя нельзя обмануть? Да. Ну, давай, попробуй обмани меня. Ну, у меня трое детей. Я знал. Сереж, ты можешь быть когда-нибудь серьезным? Вот я вот такой. Всегда. Не всегда, кстати. А в какие дни в году? Не всегда. Непонятно вообще. Вообще непонятно, когда я вот... Ну, я понимаю, что это у него идет абсолютно... природное и искреннее вот такое поведение. То есть это он не играет вот такого он и есть таким человеком. Кроме этого, мне хочется достать еще что-то. Кроме вот этого вот юмора, я хочу, вот, чтобы занавес все-таки закрылся, я увидела еще Сережу с какой-то другой стороны. Потому что я знаю, что он бывает другим. У нас был с ним разговор на рыцарском турнире, он все пришел другим человеком. Я очень хочу, знаешь, крепкую-крепкую семью. Это моя мечта. Я смотрю на своих родителей и вижу, как мама общается с папой.
Это вот так мило. Я не лукавлю, я говорю честно тебе. Я верю. Что-то произошло, не знаю. Как-то я к нему стала по-другому относиться. Что-то щелкнуло, но как-то мне стало комфортнее с ним. О, вот зеленый глаз. Мне нравится Гирус. У меня никогда не было молодого человека, который бы меня так смешил. Никогда. Это, наверное, первый раз, когда мне нравится такой парень, и я... Это мой любимый здесь магазин. Это мой любимый магазин. Я приезжала уже в этот городок, и я действительно подумала о Сереже, о том, что ему тут будет безумно интересно. Я в восторге от всех вот этих камушков, просто вообще. Давай купим тебе такой камушек. Нет, правда. Я не к этому сказала. Иди сюда. Сережа. Я начинаю смущаться. Я сам выберу то, что мне кажется, что именно твое. Ну, давай. Вот этот, да? Что да. Я поднес руку, значит, к прилавку и почувствовал тепло. Тебе кто-то сказал. Интуиция. Конечно, да-да-да. Чисто случайно угадал то, что ей нравилось. Просто интуиция, я не знаю, как это получилось. How much is it? 35. Okay? And I sing a song for you. Okay. Я улыбкой, каким-то обаянием, не знаю, магией, чем-то еще заставил ее сбросить цену. А ты хочешь сейчас одеть? Да. Давай. Сейчас еще покрою. Сюсечка, сюсечка. Чего буду снимать? И вот он купил именно то, что я мерила. Я этот камень уже мерила. Может быть, действительно у него так развита интуиция, но мне очень понравилось. Конечно, все девочки любят маленькие подарочки и вот такие штучки. И мне даже не хочется снимать.